сержанты, прапорщики, офицеры. Разведка, если прочесть слово «сил» с обратной стороны, то вы увидите слово «лис». И вот на вашем флаге тот образ, который прокладывает вооруженным силам тяжелые испытания путь. Вчера я разговаривал с удивительным стариком. Он тоже служил некогда в разведке. Его уже затрепанный, наверное, временем и испытаниями мундир был увешан орденами. Я сказал: ну, дед, такое количество орденов и медалей. Он сказал: сынок, за светлое, ясное солнце я готов отдать все свои награды. Я хотел бы вам выразить огромную признательность от всех тех, кто сегодня находится за другой чертой, как вы говорите, на гражданке. Мирное и процветающее государство может быть только тогда, когда есть вооруженные силы. Мы благодарны вам за эту возможность строить сильное и процветающее государство. Я бы хотел, чтобы в знак доброй памяти об этих минутах у вас осталась еще и икона Божьей Матери Казанской. Здесь рядом с вами находится храм в честь преподобного Александра Невского. И пускай эта икона Казанской Божьей Матери будет добрым знаменованием для вас, воинов, защитников нашего Отечества. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.